Подожди, запакуйся, скажи пару слов для подписчиков. Бля, ты заебал. Для подписчиков того канала я хочу сказать для подписчиков канала две вещи. Я в душе не ебу, кто такой Керич и енот, мне поебать. Slow jam for life, bitch, yeah. Что, будем делать обзор цен? Вот, смотрю, такая желтая. Давай возьмем большой красный и маленькую желтую. Че, не пишет? То, чтобы, блядь, он нахуй сочится прямо с бутылки. Слышно, нет. Ебануться.
Покажи козу. Бери, что хочешь, я маленький. Давай донат. И загна, видишь ты? Маленький. Кто влюблен, шаурму свою жизнь на себя превратил. Шаурму. Ништяк. Они в ахуе, понял? Я вижу. Ты заказал? Был художник один. Дом он имел шаурмы. И он актрису любил. Так что любила шаурму. Он тогда продал свой дом. Продал картины шаурмой. И на все деньги купил целое море шаурмой. Миллион шаурмы. Из окна, видишь ты. Охуительно. Кто влюблен, шаурма. Проходит бесславно для того она. Хорош. Корона не нужна мне, корона не нужна, шаурмушка. Ой-ой-ой, шаурме я думал головой. Ой-ой-ой, счастье ты умна, шаурмашка мила, шаурмашка не моя. О! Она любила шаурму. Шаурму всегда любила она с курицей. Она любила сыром, но сыра нету, где я его надру. Ой-ой-ой. Вообще, да, сегодня? Запакуешься? Для фильма. Хуя он, чё за тип в наушниках, он хуярит. Нихуя не слышит.
Эй, долбоёб. А, слышно? Да, слышно, долбоёб. Ой, блядь. Но мы наметились. Мы сейчас наметились, обметились. Наметили куски. Мы сейчас на этом рисуем, на юбилейном. Юбилейном. Очень хорошая погодка тут вообще, с кайфом. С кайфом. Тогда, да? Январь. Было, блядь. Ёба, на меня наведи, блядь. Тогда было минус 12. Холодно. Сейчас просто шик и блеск. Хочешь шашлычок тут ставь? Сказка, да? Сказка. Хочется покатать вот этими товарищами, понимаете? Поэтому, ну что, с удовольствием. Всегда делайте с удовольствием. Если не хотите делать без удовольствия, нахуй лучше не делайте. Всегда. Давай вот так это, закрывай так ручкой. Ручка так, объектив. Да. Я думаю, кто-то просит. Ну вот тут вот стену выделили, можно рисовать. А, так, да, по своей инициативе. Как хобби, знаете. Ну классно. Идешь, смотришь, все. Да. Молодцы. Спасибо большое. Просто молодцы. Спасибо. Походу, что ли, соображаете? Не, мы прямо вот так подбираем, сидим, придумываем, вот какую расцветку сделать. А-а-а. И потом, вот, например, подумали, вот как пачка соды, если сделать. Ясно. А тут вот парень один приезжал, это самое. Говорит, я, говорит, с Новороссийска приехал. Я говорю, что нам там не разрешают нигде рисовать. Говорит, в Новороссийске? Да. А здесь, говорит, можно. Ну да, на этой стене именно можно. Не, ну да. Здесь тоже, наверное, в определенных местах разрешено. Вот там, именно вот по набережной, да. Центре, а чем? Мало ли, может, он там на доме каком-то рисовал. Конечно, попрут его. Ну да. Кому это надо. У нас это самое, вот это, если видели, вот это по трамвайной линии, как идет. И по всем заборам, по Виталёс. Да, да, да. Что за Виталёс? Кто его знает? Я говорю, кто-нибудь вот взял и написал Виталёс. Тире и дальше. Придурок. Ну, слушайте, ну, чтоб уже это самое, знали, кто такой этот Виталёс. Вам не нравится Виталёс? Нет, не нравится. А я знаю. Написано везде. А вот обратите внимание. По всем заборам. Ну, это знаете, наверное, имя его Виталик. И он как Виталёс пишет свое имя. Хочет себя запечатлеть, что вот я такой вот особенный. Знаете, что я есть такой Виталёс. Я говорю, там написал бы кто-нибудь, придурок. Все нормально было бы. Ну чё? Сделали вот, блядь, текёт, ебать. Не знаю, как так реагировать. Не особо качественно. Ну, сваликов-то нормально все равно. Сваликов нормально, ёптать. Не, ну реально, пойдет. Пойдёт. Конечно, не как с банок, но все равно нормально. Так, что сейчас контурить будем, да? Такая вот штука. Дрюка. Вау!
хорошечно пошло. Да, очень клевая расцветка вообще. Мне тоже нравится. По желтому стекает чуть-чуть. Ну, блядь, что ли делать? Еще и мороз. Ну да. Не как тогда хотя бы, да?
пиздато будет. Не, я инлайн не буду. Не, я тебе говорю, пиздато будет. Нет, нет. Да давай, давай. Да куда его? Отстань. Инлайн или аутлайн? Инлайн, слава. Понял? Да. Ну так, да, потихоньку. Ну рассказывай. Шо? Нормально сделали? Мне нравится. Содовые куски. Содовый рассвет, да. Нормально? Да. Джамба. Джамба. Ой. Давай, ебашь, блядь. Длинного ебашь. А что ты отдыхаешь? Работай. У меня руки замерзли. Даже в рукавице? Бля, вот так смотри, Дим, чисто сода, ебать. Пачка соды. Зрители, послушайте меня. Нормально, ты придюлился. А ну-ка, встань так напротив куска, какие они здоровые размер. Длинные, не высокие, но длинные. Побежали? Давай. Смотри, яма чуть не пизданулся. Ебать. Ну, короче, сделали, да? Потихоньку.